Всем привет! Хочу показать, как проводится лютый тест видеокарты моей новой 1070, ну как новой, бэушной, но для меня новой. Пооткрывал все, что только можно. Это и бенчмарк Вали, все это в 2К разрешении. Также Heaven бенчмарк, аналогично в 2К разрешении. И вдобавок ко всему, в довесок, включил еще бублик. И все вот это вот так работало 5 часов. Но до этого комбустером проверил оперативку на видюхе. И после 5 часов с копейками я выключил тест, так как никаких вылетов зависаний не было обнаружено. Видюха полностью исправная. Ставь лайк, потому что такого лютого тестирования ты не встретишь ни на одном техноканале. Ссылки на все эти проги вы найдете в описании под видео. Спасибо за внимание.